по всей стране я только два заведения знаю, где нет туалетной бумаги. Это Сургутский городской суд и психиатрический диспансер. О чем говорит? Не знаю. Ну, факт есть факт. Прошу вас, продолжайте. Пожалуйста, продолжайте. Нет, не скажу, не хочу, не буду. Это не ко мне, это, ну, а вот туалет. Вот это мы поговорим. Продолжайте, давайте не будем куражиться. Давай, врубайся. Понятно. А мы куражим. Давайте не будем куражиться. Давай с нами, сейчас покажем, как мы куражим. Я разговаривал с Кузнецовым, все отправил к вам. Они воруют, воруют. Воруют все. Давай, врубайся, мы не откажем. Наше здание не отмоешь. Они мне вместе с этой туалетной бумагой сожрут, вы понимаете? Есть которой нет. Которой нет. А мы куражим. А почему такая дискриминация? А как вы хотите? Ну хотя бы туалет у них может быть свой, отдельный. Пусть не совсем хороший. По состоянию, по запаху. Остановись, хватит, не надо. Пожалуйста, продолжайте. Давай, врубайся, мы не откажем. А как же инвалиды на костылях? Гости из других регионов приезжают. Точно такая же боль? Я по-прежнему не знаю, как это дерьмо катит, но оно катит. Честно говоря, стыдно за наш город. Не расслабься, возьми коктейль, просто расслабься. К сожалению, у нас очень-очень-очень маленькое финансирование, настолько маленькое. Бог круто, скру-скру, горят тапки, на руле пропеллеру бабки. Как они вообще работают, я не понимаю. Куда деньги деваются? И когда в управление звонишь, всегда вопрос, а ответ один. Денег нет. Мотоинтеграция, это сука секс-интеграция. Туалетная бумага? У каждого, своя. За свой счет, говорит, покупай. Вы пришли по... Выявлено 34 нарушения. Просто звездец.